Сегодня будем делать эксперимент. Вот скажи, Вова, что будет, если на Земле всех захватят зомби? Или будет война? Света не будет? Мы тогда знаешь, как будем здесь свет брать? Мы попробуем электричество сделать из картошки. Света картошка. Света картошка. Вот у нас есть лампочка. Есть у нас ножик. Магнит. Есть, да, держи, два магнита. И медная проволока. Для этого мы с тобой что сначала делаем? Мы берем. Разрезаем картошку. Нет, как сначала это? Как ты обрезаешь? Две проволочки откусываем сейчас. Как ты обрезаешь? Я потом тебе покажу. Вот так вот откусываем. Вот И... так вот, смотри. Это прям железо такое, Да. да? Давай нам магнит один. Берем. Я пока второй буду. Нет, стой, ты не хватит сил загнуть. Блин. Проволока толстая. Нет, Вов, не надо, пока ты загнешь сейчас не так, как надо. Так, это сюда. Что уже такая Так, пока потому что... загибаем, сейчас маленько прервемся. Так, вот что у нас получилось. Вот такие две скобы с магнитами. Берем, втыкаем их в картошку. Воткнули. Со второй стороны тоже воткнули. Вот у нас все получилось. Теперь смотри, подожди, картошка с ушами. Ну, картошка с ушами, но подожди. Ну, почему-то Так, уши отваливаются. Берем и вырезаем дырочку. У нас не войдет такая. Большая сковорода. У нас надо, чтобы вошла туда лампочка. Так. А будет гореть? Не входит. Не знаю. Попробуем. А как мы включим? Как-нибудь включим. Я не знаю, как мы включим. Так. Контакт будет, нет? Ну и что? У нас же эта лампа-то с пультом. А где у нас пульт от этой лампы? Она же может быть выключена. Сейчас найдем пульт. Так, что у нас получается? Нифига у нас не получается. Давай сейчас... Из люстры. Давай из люстры. Для неопыта. Короче, если даже засыпать сюда соли, как говорят, и вставить две медные проволоки. Только давай еще попробуем потом. Да. Сейчас попробуем. Мы подставляем. Нифига не горит. Даже мы подождали 5 минут, сейчас еще подождем. А сколько там нужно ждать? Ну, 5 минут, говорят. Ну, а так, если зомби нас захватит, мы из картошки не будем вырабатывать электричество. Мы знаешь, что с ней сделаем? Мы ее съедим, да? Картофель фри сделаем. А магнитами можно зомби в лоб кинуть. И все. И да? Зомби да. упадут. Да, так что... Все эти эксперименты, которые в интернете, капец, это нафиг. Ерунда, да. Мы сейчас в конце вставим в это видео тот эксперимент, который нас подвиг на это. Ну-ка, может, мы не видим просто? Да, господи. Она светится. Покажи. 7 ватт. Лампочка светодиодовая. Не горит. Ну-ка, сейчас попробуем. Тут она контакт. Светится? Конечно же нет. А что ты тогда? Она раз, светится. Раз. И получается в итоге фигня. А сейчас мы посмотрим, где-то вольтметр есть у меня. Конечно, мы не уверены. Свой. Вот он прибор. Правильно ли мы его поставили. Но какое-то напряжение есть. Только ноль напряжение. 0,04 вольта. То есть, если получится нам мешок картошки сложить в кучу, а так, если воткнем 0,4 вольта, 0,03 вольта, там соль подавим, 0,04, 0,3. То есть, мешок картошки, если в ряд выставить, то тогда у нас, может быть, и получится, да? Да. Что-то. Ну, пошевели контакт. Ну, может быть, вот так, наверное.
Ну как, проводкам бери, проводкам подставляй. То есть... Нет, тут второй тот, что выдерни, подставляй. Железками. О, 0,7 там даже показал. То есть лампочка не засветится. Так что, что это значит? Это... А на какой... Полная фигня? Да. Ну, а на какую цифру? Всем пока. Ноль четырнадцать напряжение. Короче, эксперимент у нас продолжается, да? 34. Коллега, я пошел гулять с собакой. Вы будете наблюдать за экспериментом? Да. Наблюдайте, и у нас все получится. Я думаю, мы зажгем лампу, да?